35 хвостов Хариуса, 90 линков и 4 тайменя. Таким оказался улов полицейских и сотрудников Госкомахотнадзора Тувы. В 30 километрах от поселка Сарыхсепка Ахемского района была задержана группа мужчин из 7 человек. На 30-м километре автодороги Кызыл-Сарыхсеп была задержана группа граждан, состоящая из жителей Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Ленинградской области, Саяногорской и Республики Хакасия. Отметим, что по правилам рыболовства для западно-сибирского рыбохозяйственного бассейна линок запрещен к вылову, а таймень занесен в Красную книгу Тувы. Таким образом, полицейскими был выявлен факт браконьерства. По итогам оперативных действий обнаружены улов рыболовной снасти, две надувные лодки с моторами были изъяты. Линок. Мужчины к незаконному виду деятельности подготовились с особой тщательностью. Ими был нанят вертолет, который и доставил их из Кызыла до места рыбалки и обратно. Причем рыбаки для своего турне выбрали одну из труднодоступных мест региона – речку Серлихем в Тоджинском районе. В 11:55 нами был замечен вертолет. Тувавия, который возвращался, совершил посадку и, не глушив двигателя, выгрузив пассажиров и груз, улетел в сторону города Кызыла, и по сообщению второй группы, там у нас работала группа, вертолет был пустой. Помимо незаконной добычи, было обнаружено гладкоствольное охотничье ружье и патроны к нему. Ружье находилось в расчехленном виде, что является нарушением действующих правил охоты на территории России. В настоящий момент изъятые рыбы направлены на экспертизу. По данному факту ведется проверка, по результатам которой будет принято надлежащее решение.